Друзья, я снова всех приветствую. Меня зовут Михаил Потапов, я преподаватель гитары в школе музыки Music Club. За окном, как обычно, чудесная погода. Идет дождь. А, красиво как. А это значит, что наступило самое благоприятное время для занятий гитарой. И тема сегодняшнего урока – как написать хит. Как же написать хит, спросите вы? Ответ простой. Я не знаю. И посему тема сегодняшнего урока – игра на гитаре слайдом. Техника игры слайдом зародилась довольно остроумным образом. Когда-то давно в американских барах уважаемые джентльмены били друг другу бутылки об головы, а находчивые гитаристы использовали горлышко от разбитых бутылок в качестве слайдера. Слайдеры бывают нескольких типов. Бывают стеклянные, металлические. Где-то у меня был латунный, но я его потерял. Бывает всяких разных форм, размеров, толщин, диаметров внутренних, внешних. Абсолютно любых. Настоящими специалистами в области игры слайдом стали Дерек Трак, Эрик Джонс и Пол Гилберт. И многие-многие другие. Для того, чтобы отработать технику игры слайдом, нужно иметь следующее. Гитара. Не обязательно электро, можно и акустическую. Слайдер. И по большому счету все. Теперь берем слайдер, надеваем на любой палец. Я обычно использую безымянный, мне так удобно. Почему я держу слайдер именно на безымянном пальце? Для того, чтобы указательным и средним пальцем глушить призвуки от слайдера. Вот я не глушу. А вот я глушу. Все, а теперь можно сыграть упражнение. Любое, абсолютно. Ту же самую гамму от любой ноты. На одной струне. Переход с одной струны на другую. Есть еще интересный прием, называется слайдовая вибрато. Тут самое главное четко вибрировать вокруг основного тона. Для отработки этого приема можно заниматься без метронома. Самое главное доставать хороший качественный звук. Ну и как обычно, я сыграю небольшое соло.